Против это всем привет. Подписанные. Спасибо. Короче, сейчас ждем звонок от Михалыча. Кто ли тут сейчас на связи? Кто ли у меня? Привет. А извините, Михи будку как я. Сейчас. Поговорить. Сам микрофончик сюда. Сейчас. Гранитолику съедем и Михалыча съедем потом. Я просто чему начал записи. Обратите внимание на переднее колесо автомобиля Москара. На заднее колесо. Интересно, на чем оно держится? Такое ощущение, что здесь покрышка немножко это того. Больше, чем надо. Такой же бак, как сильный. Хотя бы нормально, видишь, как бы, да? То есть протектора такого нет, он как будто бы лысый. Или что-то там с текстурами, короче, протектора немножко нагинчено. Здесь видно, что покрышка, он хорошо смотрится. А здесь она как-то прозрачна, даже видно сквозь покрышку, вот эти всякие рессоры, всю подвеску. Вот, короче, то и все, что я заказал на данный момент. Нужное. Давайте ждать замка. Лабаш вот пока что не починился, значит. Ну, короче, как он позвонит. Мы с вами говорим, что это. Это может еще не скоро быть. Сегодня у меня, возможно, будет обзор на одну интересную игрушку, ребята. Возможно. Так что давайте. Скоро мы увидимся. Это был я. Это был не я. Там... Земля ему будет пухом. Он... Увидимся, когда... Красивая картина. Трактор. Мужик полупьяный. Понял, надо еще что-то зажать. Tätä verran ja makkaralla niin. Ei muuta kuin morjens. Ottan myös. Oh, 9000 pistiä. Мужик, ты, кажется, поспать захочешь. Да я там. Он сам, он сказал, что я спать хочу. Это. Ребят, так что пойду к тому, мы кого поймем, да. Ну, небольшой пей не сделаю пока. А вот. Да, машина не светила, голубчик.
Ну, сейчас тогда начну. Так. Так, сколько нашего времени-то? 3 вечера. Короче, сейчас я давайте попарюсь за кадром, да? Потому что многие знают, как здесь парить. Кто не знает, пишите в комментариях. Хотел попариться, кто-то зазвонит. Ладно, ребята, ждите, скоро приедем на нашей машине. А, кстати, будет не забыть за трактор, на трактор, к трактору подъехать, кое-что взять. Сегодня это, или завтра мы сегодня, ну, получим кое-что, так что вот. Ну что, ребята, у нас суточка, давайте позавтракаем. Позавтракали этим, попьем воды. Давай собрать. Молоко. Подожди, молодец. Давайте возьмем. Короче, я сейчас только что посмотрел на форму этой игры. То есть, ну, мода. Я сегодня ссылочку скину на эту форму. Ну, на эту крупную там мода. И там почитал, что посмотрел скриншоты, можете тоже потом посмотреть, да. Давайте. Там, короче, в дальнейшем будущем, может быть, кстати, мод уже улучшится вообще до неузнаваемости, так что будем ждать. Так что, ребята, подписываемся на канал, ставьте лайки, оставляйте свое мнение в комментариях. Надеюсь, меня хорошо слышно. Когда мы с вами приедем на этом Аскаре, со смешными колесами до автомастерской. Хочу запись. Да. Так, клир. Пока, пауза, ребята. Опять ребят, давайте узнаем, кто там у нас. Алло. Все требую, чтобы мою машину вернули. Сейчас мы ему вернем. Пусть он не переживает. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои мнения в комментариях. Ну а я поехал, давайте тому нервному машину. Так что давайте. Ладно, не ужитаться бы. То есть давайте удачи. Ну, прошли. Ребята, подъезжаем. Значит, мне слышно хорошо. Короче, еле доехал в этой машине. Подарим моему один. Молодой, крутик. Так, на диске забывай, колпаки нашли щенок, старые. Так, так, о. Тема. Забылась в полном месте. Ну, короче, так, сейчас повторюсь. Разработчик, короче, что-то исправил. Не знаю, что он там исправил, короче, в этом. Так, мы это сразу сейчас. Там нужно. Конечно, здесь багажник очень красиво скрывается. Это. Сейчас
все на месте. Отлично, все доехало, ладно. Так, кто? Сюда выйду. Должен быть сюда. Так, только бросим сюда. Искать бы, блин. Это моя классика, ладно. Второй возьму тогда. О, письмо, кстати, я думаю, его забыл положить или потерял его. Все, бросим. И там, я помню, я заказывал этот радиатор, там много еще что-то. Сюда же, правильно? Алло. Я отлично с вами буду. Давайте его на место поставим. Да, багажник, конечно, съелся с этим сумбуфером, но я думаю, очень страшно. Магнитик. Майкон красивый у нас. Магнитофон. Этот мы старый. Потом выкинем. Так, ну ладно. О, какой модный, смотрите. Так что, как вам эта машина, напишите все это в комментариях, ребята. Подписываемся на канал. Не забывайте ставить лайки. Колончика такая, ладно. Так, я сейчас тут кое-чем займусь себя, так что давайте я пока посмотрим с вами, как стоят эти датчики. Что я видел, как их паренек какой-то ставил. А у меня не поставились первый раз. Давайте. И то вот здесь у меня стоит. Я получился. Так, давайте его перецепим. Вот так возьмем. Вот здесь они, короче, должны быть. Ну. А, во, только что было. Оп. Так, отлично. Масло, на свете она съела масло. Ну, ладно, это мы дольем. Это не страшно. Масло она у всех поджирает, как говорится, у всех автомобилистов. Не так у нас. Так, это мы в салон кинем, пусть в салоне валяется. Нормально. Алло, дверь. Такой стой. Закройся, сказал. Ладно, пусти. Вот эту медупичку еще на месте, медупичка этого. Сейчас мы с вами поедем номера получить, ребята. Посмеемся, как они ставятся. Передний мы, к сожалению, с вами не сможем поставить из-за отсутствия бампера. Так. Давайте сейчас настрою тогда. А где-то инструмент был. Или я у дома оставил это. Банка здесь, ящик с инструментами, где у меня вопрос. Руль, так.
Ты дома можешь листовки? Давайте-ка отъедем назад немножко. Может, он упал просто? Ну, посмотри, открыта одна просто. Лучше закрою. А почему он еще упадет на небо? Нету. Странно, а где он тогда, ребята? Ящик с инструментом у меня пропал, что ли? Или я не взял с собой? Блин, херово. Да, это плохо, что мне я его. Я его не мог положить. Под машину точно перемирался, да. Что, я не помню, там моя вот я у нас стоял. Ну ладно. Не судьба. Фу-фу-фу, не судьба. Дальше там что-то. Я его сейчас просто заставлю. Мы доедем, но... А вот, ребята. Блин. Вот он наш поставит. А, это катерка, что ли? Давайте вот сюда же положим, там лежал. А, это вот. И сапог. Да, конечно, не смешно открывать капот. Так он должен. Открываться надо. На данном модели автомобиля он должен открываться сразу, по-другому, ребят. Так заползай. Это у меня он еще, по-моему, передос. На холостых. Ну, вот так, мешать. Так, 15. Сейчас просто он меня щупал бы, хлопал бы и так далее. Давайте его немножко собьем. От себя, по-моему, да. Нет, лапка так есть. Ну, давайте так. Сейчас, да, дальний казак к за ним. Ну, сейчас мы его настроим. Немножко вот да. Два бротика и мочили. Вот так. Делаем буквально себе, ребята. Думаю, ладно, ребята, встретимся с вами уже там, где мастерская. Так что давайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну и как вам эта вот музыка, которая мне играет? Напишите все в комментариях. Спидометр, кто не знает, вот он. Это у нас спидометр, ребята. Сейчас покажу вам. Где?
Сейчас наша скорость 0 км в час. Это, конечно, нереально как-то, да. Ну, давай. Подпишись на канал, ставьте лайки. Пока, пауза. Пусть немножко остынет. Давайте, да. Вот и все, в принципе. Нету машины, нету машины. Да, жалко, что ты, конечно, передний номер на мне поставить. Или бампер. Ну, задний, по своим поставить. Короче, ребята, кто хочет мне помочь, пишите это в комментариях. Там мой человеку скинуть сейф. Ну, я имею в виду, если кто хочет помочь мне с установкой по. Ой. Так, я так думаю, иду, может, еще купить домой. И давайте подвижу поедем. Спрашивали, где подсос? Вот он, ребята. Он где-то вот здесь находится. Вот. Это Рика. Да. Ну, он, короче, это, ребята, под метафоном должен быть. Ну, все. Вот, смотрите, ребята, холостой ход для этой машины должен быть 14. Я выставил 14 на стандартном карбе. Да, у нас сила масла, но там мы дом уже посмотрим. А, это не все взору так, блин. Это газу, блин. Ребята, короче, мы с вами увидимся через несколько минуток. Я кое-что забыл взять, так что я сейчас съезжу кое-куда. Домой, вернее, съезжу на этом автомобиле. И здесь же увидимся с вами, давайте. Вот что, ребята, я забыл взять. Кстати, он, по-моему, еще изменился. Положим его, короче, в кабину, в салончик, пусть валяет. Это нафиг будет, что, простите, пока я так, конечно, закрыл все. Это нам будет вперед в следующей серии. Сейчас я доеду, короче, до домика, посмотрим, сколько времени. Да. Машина работает без этих проблем. Холостую подладить. То есть прогреть ее как следует. Потом еще раз подладить ее холостой ход. Ладно, поехали домой. Посмотрим, что ли. Какая
там же играют ребра, ребята. Значит, это пневма. Давайте попробуем. Давайте кого-то еще. Какой наш? Буфер. Смотрим, что это за хрень. Поставим и нажимаем на кнопочки. Ну где там? Что она не ставится, ребят? Почему она не ставится? Интересно, давайте. Реально, как видите, галочка не тоже. Опа, в хорошем состоянии. А галочки нет, а вот. Не, я думал, что другое потом. Хотя, может, поднимите я как-то. Это надо другое пневмо. Это надо мод-мошку тоже надо пневмотику. Что-то пусть у нас пока есть, блядь, я потом выкрашу на 42. Ну да, я не успею играть, она. Только сейчас засейвимся. Пожалуй. Засейвись. Перемещи. Завтра с вами тогда... сделаем номера. Или я их за кадром получу. Потому что все, в принципе, видели, как это происходит. Так что я не вижу смысла это показывать. Типа, что? Какая машина хоть целая? Рук целая. Блин, жалко, что вот эту вещь не поставить, конечно. Потому что так бы вообще машина была полноценная. Но оно ее, к сожалению, не поставишь. Я поставил, она отлетела. Поставишь, а она отлетит. Нет, так не надо. Так не надо, ну. Я ее пока ставить не буду. По одной только причине, что ее лучше не ставить. Видите, я уже всю машину взял. Не, кстати, синий идет, ребята. Кто согласен, пишите это в комментариях. Ладно, ребята, увидимся завтра. В следующей серии. Она будет завтра. Давай, всем пока.